понедельник, не на, с первого числа, с нового месяца, с нового года. Это не работает. Это уже все пройдено. Мам пришла, я говорю: Елена, хорошо, я не буду на завтра жизнь откладывать. Что мне делать прямо сегодня, чтобы моя жизнь изменилась? Я вот даже не знаю, как я хочу, чтобы она изменилась. Что-то мне хочется такого, сама не знаю чего. И как вот мне не откладывать на завтра, и что мне сделать прямо сегодня своей жизнью? Ну, как минимум, можно записаться на бесплатную личную консультацию и получить диагноз свой. Это уже как минимум шаг. Елена, как мне к вам записаться на бесплатную личную консультацию? Расскажите, пожалуйста. А у меня под моими всеми видео, ну вот в шапке профиля, есть переход на Telegram. Все заявки у меня в комментариях. Я не отвечаю ни на YouTube, ни Instagram, ни Facebook, ни TikTok. Все личное решается на аккаунте Telegram. А почему, Елена, вы не отвечаете? Комментарии там как бы просто пишут какие-то благодарности или какие-то вообще свои мнения. Ну, в общем, там люди общаются по большому счету сами с собой в комментариях. А если у них конкретные запросы, нужна помощь, они пишут уже в аккаунт. Так. И хорошо, когда вы можете записать к себе на бесплатную консультацию, и что я получу от вашей консультации? Будете знать, с чем вам работать надо в первую очередь, и со своим запросом придете, и вам будет все понятно уже на консультации, почему у вас проблема, что нужно поменять. Как бы уже даже одна консультация – это уже подвиг, это уже шаг, чем просто сидеть и жаловаться, обвинять других. И это получается абсолютно бесплатно у вас? Да, бесплатно. Угу. Но даже этого люди не хотят делать. Самое, что интересное, проще жаловаться, находить какие-то причины, почему нет, вместо того, чтобы сделать «да». Вот в чем. Так, и что не так с людьми? С людьми все не так в основном. Программы.